Начало марта порадовало не только хорошей погодой, но и редким событием. Не каждая пара способна прожить вместе бок о бок достаточно долгое время. Но в Магадане есть такая пара, и в марте они отметили 50 лет совместной жизни. Это семья Высоцких. Семья Высоцких принимала поздравления от семьи, друзей и мэра города. Спасибо вам большое, что вы вот показываете молодежи пример того, что как можно вместе столько лет жить, наслаждаться друг другом, любить. Я вижу ваши взгляды, поверьте, я тоже не молод, я могу оценить искренность, чистоту того, что вот даже происходило в нашей короткой беседе. Также пара расписалась в почетной книге и раскрыла секрет долгой совместной семейной жизни. Секрет, я, может быть, сказала, знаете что? Взаимопонимание, взаимоуважение, открытость для своих родственников и друзей, быть всегда добрыми и идти на помощь.